Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Мы с тобой сегодня продолжаем играть в Звездные войны, потерянный джедай или орден. Я не помню уже, как называется, но, в общем, ты знаешь, что за игра. Ты знаешь, что за игра, но, в общем, продолжаем за юного падавана. Да, в той серии нас спасли. В этой серии не знаю, что будет, не знаю. Нам куда? А здесь, по-моему, что-то можно будет улучшать, нет? Или я что-то путаю? Или что? Что за земля тут у них такая? Цветок какой-то. Это песня. Это я сочинила ее. Коснувшись предмета, ты видишь его воспоминания, его историю. Это отзвук силы от предмета. Немногие джедаи так могут. Откуда ты знаешь? Я была джедаем, но это в прошлом. Мы знакомы? Нет. Я знала твоего учителя, Джара Топала. Настоящий защитник республики. Да, он герой. Кое-что произошло со мной во время истребления. Я выжил, но моя связь с силой нарушилась. При медитации я расслабляюсь и теряю контроль. Будто я снова там и... Ты выжил, Кэл. И ты не один. Это в прошлом. Приближаемся к месту назначения. Богану. Планета Багана. Это первое наше место, да, где мы будем бегать, прыгать и что-то изучать. Мы на Богана. А, Богана. Один джедай нашел это место до истребления. Но на картах его нет. Империя не знает о его существовании? Нет. Ну, каков план? Мы тут спрячемся? Хватит нам прятаться, Кэл. Видишь сооружение? Полагаю, что в этом хранилище скрыт ключ к возрождению Ордена. Но лишь тот, в ком велика сила, пройдет испытание. И раз ты больше не джедай, тебе нужен я. Знаю, ты не веришь мне. А я не понимаю, можно ли верить тебе. Но у нас есть общий враг. И общее дело. Сообщу детали, когда идешь до хранилища. Ну, а сейчас иди познакомься кое с кем. Да прибудет с тобой сила. Да, и с тобой тоже. Да. Похоже, я ищу джедая. Но если здесь уже есть джедай, зачем же я, Цере? Получен очко навыков. Подожди. Персонализация. Пончо. Ага. Да ладно, пока не надо. А способность, что у нас там? Что-то мы что-то прокачали. Ладно. Какие интересные пушистые личности. Так. Тут безопасно медитировать. Нужно сосредоточиться. В смысле? А,
Про это место. Я не пойму, про какое. Так, точка сохранения. Точка сохранения расположена на всем пути Кэл. И не забывайте взаимодействовать с ними, чтобы сохранить прогресс. Точка сохранения, Кэл может отдохнуть, также приобрести новые навыки в обмен на очки. А, короче говоря, это как в Dark Souls. У вас достаточно очков для изучения новых навыков. Откройте древо навыков, чтобы их распределить. Используйте очко навыка для изучения удар сверху. Открывает мощный удар, смертельный для слабых врагов. На F, да? Понял. Увеличит максимальное количество здоровья Кэлла. Ладно, там разберемся. Враги возродились. О, Dark Souls прям, ребята. Dark Souls. Эй, Беди один? Я Кэл. А, я в норме, так. Ищу кое-кого. Нет, не тебя. Мне нужен джедай, вроде как. Постой, ты знаешь, где джедай? Куда это ты? Эй, постой! Ты что, взломал ее? Спасибо. А, мы по этим будем лазить. По лианкам. Вот хранилище, о котором говорила Цере. Там тот, кого я должен найти. Новая задача отмечена на галлокарте. Добраться до хранилища. Так, хорошо. Текущие задачи можно всегда посмотреть на галлокарте. А галлокарта как включается? Попробуйте поэкспериментировать с настройками галлокарты. Великолепно. На галлокарте указано местонахождение неисследованных путей и важных объектов. Неисследование пути, точка сохранения. Понял. А это что? А закройте галлокарту. Неисследован. Там что-то вниз можно залезть было. Подождите. Может было вниз залезть? А это для чего? Хорош. Так, пойдем сразу глянем, что там. А то вдруг мы там больше не попадем сюда. Что это здесь? О, привет, малыш. Понятно, здесь какой-то надо силовой удар. Ага. Ага, я понял. Сюда нам еще рано, я понял. Ну, никогда, знаете, в таких играх не было так все просто. Когда ты идешь, сразу у тебя все получается. Потом бежит кривоватенько как-то. Неуверенно как-то бежит. Никогда в играх такого не бывает, что прямо вот сразу идешь, сразу все. Это только в жизни бывает, когда все легко и просто. А в играх все через жопу. В играх надо сначала там, туда. Ты не можешь дверь открыть, потому что у тебя нету ключа. БД-1 занят. Чем? У тебя нет ключа, но на самом деле щели там такие гигантские, что можно было спокойно пролезть. Чувствую, там что-то есть. Вот это жучище. Ого. И что здесь есть? И что, и зачем я сюда слез? Получил трендюлей, молодец, красавчик. А, может было сюда? Ё-моё.
Чё это? Очко навыков. Он искал яйца богликов, но стая дала отпор. Мёртвый сплокс. И чё, и всё? Это типа ачивка? Блин. Здесь не пройти. Вот что Бедиазин имел в виду. Мне ачивки... Мне ачивки нахрен не интересны. На самом деле в играх. Мне интересен геймплей, сюжет. Атмосфера. Блин, у нас же пол хп нет. Так, что за подвесоны? Да. Неплохо. Что, получается, надо садиться? А, надо регениться, да. И с нуля. Хреново то, что после отдыха у тебя регенится эти какой, не регенится, а появляются монстры. Ого, там смотри, какой кукозябра. По-любому сражаться надо будет. Есть идея. Надо как-то преодолеть это пространство. Что за подвесом-то, я понимаю. По тросу? Подгрузка этого? А как нам? Ты знал, что это сработает? В смысле нет? DBD один занят. Да, блять, а карта-то зачем мне нужна карта, если... Типа DBD показывает нам этот. DBD. Какой DBD? BD. DBD. Я его буду DBD называть. Закрыто намертво. Он нам показывает карту, типа, но он мне не показывает. Я карту. Понял. Но мне бы хотелось тут кое-что осмотреть. Что это за место? Ага. Так. А мы плавать-то умеем или чё? Хорош. Здесь джедай изучал ту сферу, что наверху. Я чувствую его восторг. То есть мы еще три надо, еще две найти, и мы получим с тобой эффект силы. А что с этим? Мы что-то можем сделать? Мы же туда, по-моему, можем еще залезть. А вот туда вот. А сюда не могу? Просто, ну, по, как бы так показано, как будто я вот туда могу тоже залезть. Не знаю, ладно. Так, нам чё? А. Ну. Ну ладно, типа. Ну, вообще, там он должен был спокойно пролезть, но... Ладно. Раз игра хочет так, пускай будет так. Да какой ты, блядь, замедлил. Молодец, красавчик. Так, ладно, и эту силу мы взяли. Эту мы силу с тобой взяли. Так, отдохнуть, выход, да. Еще две надо. Осторожнее там. Выглядит опасно. Тут прямо как на свалке. Ого. Держись, дядя. Я иду.
Хорош. Обитель скитальца. Да. Да ты храбрец. Как ты? Эй, могу помочь. Что скажешь? Оп. Ладно. Ага. Так. Щуп слегка поврежден, но я поставлю тебя на ноги. Так. Вставай. Вот как? И я в хранилище иду. Ну что ж, сперва надо как-то отсюда выбраться. Так, а здесь ничего полезного нет? И черепа. Беди, я здесь не пролезу. Не переживай, я выберусь отсюда. Тесно, но попробуем. А, подожди. Нам сюда по сюжету? А здесь ничего больше нет. Это что? Тот, кто здесь жил, обустроил внутри склад для еды и припасов. Ага. Так, а я наверх могу залезть? Ладно, пойдемте. Не знаю, найдем ли мы все эссенции, ребят, чтобы пополнить силу там и это. Не знаю. Ну, что будет получаться, то будет. Специально лазить, облизывать все углы я не буду. Ты чё? У меня только что получилось, я случайно спрыгнул туда, потом сюда. Вот сюда нам надо. Ну, здесь что-то под электричеством. Да. Там же видно было. Джедай. Да, я в норме. Исцелить? Это что, Стим? Ты полон сюрпризов. Мне лучше. Хороший дроид. Так, вторая попытка. Что ж, так, взбирайся. DBD стереопил с помощью. DBD, я буду называть DBD. Не встречались забывчивые дроиды. Не поспоришь. Это надо перерубить, что ли, или что? Ага, теперь вы можете воспользоваться голокартой в любой момент, понятно. О, ящик. Надеюсь, джедаи не против поделиться снаряжением. Так что там нашел? Было? Новый, вы можете менять богомол. Ага, понятно. В общем, это эти. Как его? Нам нужно вон туда. Я чувствую. Ну, карта. Так, здесь, в принципе, ничего, да? Ты чё? Блядь. Я же прыгнул прям по эту. Блять, ну молодец. Я прям прыгнул, он мог бы зацепиться, он чего не зацепился, это великий раздел.
Ты отметил все места, где мы были? Заблокировано, доступно. Вверх, вниз. Господи, бью-бью. Я не смогу туда добраться. Нужен другой путь. Так. О, господи, эти головоломки, никогда их не любил. Ага. А сюда ведь можно спрыгнуть. Нам к этой падле. К этой большой падле надо идти, видимо. Так. Куда же ты? Что там было? Пончо. Пончо, пончо, пончо. Так, хорошо, а это нас куда ведет? Во-первых, это нас ведет на сохраняшку. Это хорошо. Отдых. Отдых, восстанавливает здоровье и силу. Для сохранения прогресса. Для сохранения прогресса отдых не требуется. Если вы отдохнете, враги появятся снова. Конечно. У нас две хилки, да, как я понимаю, есть. Кто-то хотел добраться до хранилища с помощью этого. Я не знаю, куда-то я еду, короче. Ох, ебать. О, битва пошла. Нормально. Ох ты, блядь. А, подожди, падла. Падла. Подожди. Хорошо. Там силовая какая-то атака нужна. Подземное убежище. Да, буду я... Блин, вот эти вот, конечно, вот системы, вот это вот отдыхать только на костре, Dark Souls-овская, вот этот, конечно, не особо вот мне нравится. Я не любитель Dark Souls, я не любитель вот этого жопоболи, ребят. Я никогда это не любил. Я и не понимаю никогда людей, как, ну, которым нравится это. Мазохизм. Ага. Великолепно. Что у тебя? Беди один. Молодец. Так. Они вообще сюда? Идем. Там что-то есть? Ого. Это что? Пробуй еще. Это не просто учитель. Да, путь труден. Порой кажется, это невозможно. Но упорство и сила помогут преодолеть любые преграды. У тебя все получится. Так, теперь двигайся ко мне.
Подбегите к рельефным стенам и запрыгните на них, чтобы... Хорошо, еще раз. Теперь доберись до меня. Я смог. Упорство и сила и правда помогают. Просто вспоминаю старые трюки. Да, это прикольно, но... Где это нам пригодится? А, видимо, надо назад бежать, да? Покажешь снова тот короткий путь? Да господи! Какой? Ну, туда, да. Ну, и чё? Ну, нам надо, типа, туда. Ну, то есть мне надо выйти налево. Туда, да, туда мы поднимемся. Так, хорошо. Да, мы там поднимемся на лифте, да, и пойдем туда, да, все хорошо. Я понял. Я понял. А вот это что у нас такое? Понял. Подожди. Хорош. Так, а что здесь? Молодец. Пара рыбы. Так, подождите, я, кажется, понял, что надо делать. Ага. А зачем? За какой-нибудь наградой. Дурацкой. Здесь было место для медитации. Ага. Кого-то знакомого с орденом джедаев. Медитация. А, то есть по этим стенам ты не прыгаешь. То есть ты не по всем стенам бегаешь, да? То есть ты как бы юный подаван, но ты... Любитель не по всем стенам бегать. Так, хорошо. А как нам... А... Ух ты. Подождите. Давайте сохранимся, что ли. Ну, отдых нам не надо. Так, хорошо. А как отдалить? А, масштаб. Так, нам надо вот туда. Ну смотри, нам надо... Типа нам надо туда, потом там перепрыгнуть. Здесь до хрена на самом деле что есть. Но я как понимаю, мы еще сюда что ли вернемся. Главное не убиться. Эту сумку кто-то привез с Крусанта. Ее владелец злился на совет джедаев. Так, это мы там снизу. Так. Это мы тут сверху. Идем аккуратно, не торопимся. Вернись сюда. Это что-то полезное? Получен новый переключатель светового меча. Новый переключатель светового меча. Ладно, допустим. Вопрос в другом. Ага. Вопрос, видимо... Открыт короткий путь. Да, вопросы откладываются. Так. Есть что? Понятненько. Нифига себе, всех видал, как это.
Всех разделал. Пробел индикатор сил, да иди в жопу. Я понял. Но он мне намекает на то, что у тебя сила закончилась. Юный подаван. Здесь был чей-то лагерь. Кто-то был рад, что нашел гигантское существо, живущее рядом. Пинок. Так его назвали. Оу. Так, я надеюсь, я там ничего сверхважного такого не пропускаю. Ну? Ты чё? Алло? Не хочет залазить. Ты, может, что-то драться будешь? Ага. Да, меня мог первого уровня ушатали. Великолепно. Что у тебя, беде один? Великолепно. Мобы первого уровня. Тихо, тихо, тихо. Взломаешь? Жаль, что щуп-адаптер сломан. Но дать отпор тому богату, ты храбрец. То есть мы сюда еще, видимо, вернемся. Да, потому что этот нельзя взломать, видимо, потом когда-то мы вернемся. Блин, пол хп, ребят. А куда идти-то? А, теперь мы можем здесь пройти. Так. Хорош. Прошли. Так, небо сохранял, куда? Дошли мы до башни. Это классно, здорово. О-хо-хо, держись. У нас типа две жизни, что ли? Это еще не конец. Не ладно, до конца понимаю. Ладно, ты бы все равно выиграл. Наверное. Типа у нас ХП вот в левом нижнем углу, и там 0,2. Видимо, две жизни у нас есть еще. Видимо, как-то так. Так, а что-то здесь есть? Спасибо. Сейчас по закону подлости должна прилететь империя. Так всегда. Либо там уже внутри империи. Знаете, как бывает. Ты открываешь какое-то хранилище, в которое только один ход, и при этом там уже враг находится. А? Что такое, беди? Отлично, незнакомец. Тебе удалось пройти испытание и получить доступ к хранилищу и этой записи, одной из многих, которые бережет дроид. Я мастер Эна Кордова. Мы не знакомы, но мне известна твоя цель. Судьба Ордена Джедаев в твоих руках. Это место, это хранилище. Бывший храм давно угасшей цивилизации Зеффо. Здесь во время медитации на меня снизошло озарение силы, видение конца. И я спрятал в храме джедайский голокрон с именами и координатами детей галактики, чувствительных к силе. Впереди тебя ждет камера хранилища и еще одно испытание. Я могу доверить голокрон лишь тому, кто понимает меня и идет тем же путем. Найди же гробницы трех мудрецов и научись видеть таинство силы, как Зеффо видели их. Этот дроид станет ключом к успеху твоего предприятия. Отправляйся на Зеффо. Там ты познаешь мир в эпицентре бури. Удачи, джедай.
Да пребудет с тобой сила. Аминь. Хорошо. Так это с тобой я должен был познакомиться. Знаешь, я очень долго был один. Я жил без цели, прятался. Так жить нельзя. Ни джедаю, ни дроиду. Может, Цера права. Может, хватит прятаться. Эй! А хочешь, познакомлю с моими друзьями? С какими твоими друзьями? У тебя друзей нет. Зефа. Отряд пункта назначения Зефа. Так, а чё нам? Всё, типа? Новая цель означена... с этими друзьями. А, я про них уже забыл. На самом деле, они могли ведь нам помочь просто сюда подлететь и всё. Ну, мы как бы узнали, да, эту. У нас тайна, да, силы. Мы тайную силу открыли, там, бегание по стенам. Думаю, я нашел, что ты хотела. Похоже, так и есть. Мы вас ждем. Окей. С ветерком. Ух, какой злой. Кстати, надо его в таргет взять. Да. Блять. Почему-то я нажимаю ускакать, но он... Блять. Я нажимаю... Уклон на Ctrl, но он как бы... Да. Ладно. Но он не уклоняется почему-то. То есть по нам попадают. Пойдемте с этой лаганной планеты. Все очень плохо с оптимизацией. Мне все это очень не нравится. Так. Туда нельзя. Заброшенная мастерская. Ну-ка, откроешь? Не открывается. Печалька. Чё там? Нет? Думал, может, знаете, там упадем сейчас, и она провалится. И мы попадем в мастерскую в эту. Выходит, что Зефы интересовались Датамиром. Странно, что столь мирная раса была увлечена местом, где царит только тьма. Так, дебиди, пошли. Датамир. Так, мы с тобой открыли сохранение. Открыли сокращение. Ну и сохранение тоже. Так, до корабля-то мы сегодня дойдем. Обратный путь должен быть короче. Да, логично. Полностью согласен. Фаст-тревелы должны быть. Фаст-тревелы. Фаст-тревелом быть. Забавно, здесь зверюшки эти бегают. Там... Туда нам спуститься? Нет?
Вот там выход. Подъем. Переворот. Так, подъем с переворотом. Да, вот здесь можно Ой, будет. Привет. А чё там внизу? Что, новый друг? Пойдемте получим трендюлей. Судя по виду, воняет это существо похлеще гриза. Хна, у него одни силовые какие-то атаки. Блять, да почему я же под него подошел? Охуеть. Это, ребят, можно сказать, на легком уровне сложности. Да, восстановление. При смерти вы теряете очки, все очки опыта, накопленные с момента получения последних очка опыта. Нанесение урона одолевшему вас врагу восстанавливает потерянные очки опыта и восстанавливает здоровье. Возродиться? И исцеление не происходит мгновенно, поэтому не теряйте бдительность. Удерживайте, чтобы блокировать все вражеские атаки, за исключением красных. Только у меня только красным этим. Он меня только и долбил красной атакой. Красная угроза. А что насчет хилок, я не понял. Почему он меня не подхилил? Или как-то я сам должен был хилиться? Я что-то не понял. У меня же вроде в левом нижнем углу написано типа две хилки. В общем, ребят, пробовал я его парочку раз замочить. И, короче говоря, у меня не получилось. Вот, я решил пока его не трогать. Он мне нахрен пока не нужен. Вот. Молодец. Ты прошел испытание. Так ты знала о беде один? Заходи, поговорим внутри. О, беде один, это Гриз. Привет. А это что? А ну, брысь! Прочь! Прочь, Невада! Фу, убирайся! Иди вон! Это беде один, наш друг. Мне плевать, чей он друг. Да ты хоть знаешь, как трудно вывести масляные пятна с обивки из шерсти Патолли? Нет, не знаю. О! И не говори мне, что он нашел только дроида. Успокойся, Гриз. Не только. Расскажи, Кэл. Хранилище построила древняя цивилизация Зефа. А джедай Эна Кордова спрятал там что-то внутри. Что он там спрятал? Голокрон из архива. В нем список детей, чувствительных к силе. Поколение джедаев. Я так и знала. Ах, Кордова дуралей. Ты знала его? Да. Давным-давно я его ученица. Кордова был одиночкой. Наверное, лишь этот дроид и я знаем об Огана. Минутку, погодите. Гола что? Голокрон. На нем информация, доступная лишь джедаям. Сейчас у меня завалялся один. Используй силу. Говорит Оби-Ван Кеноби. С прискорбием сообщаю, что наш Орден Джедаев и Республика пали. Список чувствительных к силе поможет возродить Орден и свергнуть Империю. Ну ладно, и в чем проблема? Найдем его! Но Голокрон спрятан в хранилище, и найти его можно лишь следуя по пути Кордовы. Еще Эна говорил что-то про Датамир и о планете Зефа. Ясно. И куда мы летим? Я интересуюсь, потому что нужно же приготовить еду. Ладно. Но для начала хочу понять вот что. Почему ты больше не джедай? Одно событие сильно изменило меня. И я больше не пользуюсь силой. Но ты хочешь возродить Орден? Я считаю, что Орден Джедаев — это наш шанс победить Империю. А что ты считаешь? Я считаю, прятаться от Империи бесполезно, так что выбора нет. Кэл, пока ты жив, у тебя всегда есть выбор.
Так ты в деле? В деле. Датамир или Зефа? Выбор твой. Датамир или Зефа? Так, добавлена запись. Просто дай знать, когда захочешь лететь. Ну, я хочу сейчас лететь. На какую планету? Датамир? Ну там нет ни хрена, у нас там по заданию нету. Основная задача? Да, основная задача у нас на Зефу. Не летим на Зефу. Ты знаешь, так хорошо я не пилотировал с тех пор, как с отличием окончил космическую академию Латерона. Не знала, что на Латероне есть академия. Да, она была совсем новой в те дни. Ты, похоже, не часто там бываешь. Так на чем ты практиковался? На всем подряд. Истребители, грузовые суда малой и большой дальности. На чем я только не выделывал пируэты. Ты выделывал пируэты на грузовых судах? Да, большего они мне не позволили. Я был очень хорош. Ты бы меня видела. Пора приземляться. Давай сюда. Там буря разбушевалась. Слушайте, не лучшее время для посадки. Да, что-то не так. Ветра создают помехи для комов. Эй, Кордова говорил что-то о штиле в эпицентре бури. Я вижу поселение прямо в ее центре. Нужно добраться туда. Вас понял. Парень, порывы ветра нам не страшны, если он не усилится. Скажи железяке, чтобы держал свое мнение при себе. Я уверена, что все под контролем. Конечно, под контролем, но все не так просто. Так, держись, держись, держись! Безупречно! Гризи может, детка. А, но комы по-прежнему ловят очень много помех. Пара минут, и я все настрою как надо. Займусь поисками следов Кордовы. Ладно. Выйду на связь, как все настрою. Так, ну, поисками следов Кордовы мы уже будем искать в следующей серии. Подойди. Ты хорошо проявил себя на Богана. Чем больше узнаем о Кордове и Зефа, тем выше наши шансы остановить Империю. Я слышал о древних культурах, но мало что о них знаю. Я знаю лишь то, что Кордова был одержим Зефа. Считал, что их учения очень важны. Меня тоже занимали тайны нашей галактики. Принимайся за дело. Здесь можно многое узнать. Удачи. Да. Давайте уже... в следующей серии пойдем узнавать. Вот здесь вот мы сели... отскать древние гробницы на Зефа. На Зефа мы пойдем уже в следующей серии. Вот. Голограмма. Древо. А, кстати, по древу навыков у нас ничего нет, да? А, доступны очки навыка. Одно. А. Здоровье. Ну, с учетом того, что как нас мутузят, я бы... А, нам надо именно через это, что ли? Понял. Надо через этот будет световой меч. А что-то я там могу персонализацию делать. Ага. Понятно. Ладно, увидимся с тобой уже в следующей серии. Там продолжим. Всем до встречи, всем пока.